Привет! Это на канале Кайф Стример, и мы продолжаем играть Crime Scene Cleaner. Так, найдите телефон. Мистер Ковальский, отличная работа. Ни капли кетчупа не осталось. Отправил тебе небольшой подарок. Биг Джим любит ценить своих людей. Я также хорошо отозвался о тебе в преступном мире. Ожидайте новых клиентов. Больше клиентов или больше психов? Идите спать. Так, ну а где подарок? А что там, кусочек пиццы, ну он хочет. Что спать? В любой непонятной ситуации. Вилла в горах. Я здесь был. Это пролог. It's open. Just дверь, come in. Дверь открыта, заходите. Hi, is Mark back home already? Марк уже вернулся? He should be in a few minutes. Через несколько минут был. Do you want something to drink while waiting? Хотите выпить? No, thanks. Yes. Mom, тяжелое. What are those noises down there? Что за шумы внизу? Сейчас ты узнаешь. Томатный суп? Мне нужны твои услуги, чувак. Этот ублюдок имел роман с моей женой. Так что я просто прикончил его и всю его семью. Проблема в том, что я не особо обдумывал это, так что тебе придется избавиться от видеозаписи с камер. Отправлю тебе адрес по электронной почте. Просто нужно сначала смыть кровь в себя. Это звучит не очень хорошо, но долг зовет. Привет, сосед. Надеюсь, я вам не надоел, мистер Ковальский. Потому что знаете что? Мы с Тришей переезжаем вместе в квартиру рядом с вами. Может быть, теперь будет проще встречаться, общаться и просто разговаривать. Вы должны прийти к нам в гости. Сейчас мы только снимаем жилье, но знаете, большому Джиму, похоже, я нравлюсь. И он хорошо мне платит. Может быть, однажды мы с Тришей сможем купить собственный дом. Это было бы невероятно. Мы уже начали копить деньги. Не могу поверить, что все так хорошо идет. Ну, нужны услуги по уборке ASAP. Едьте прямо на улицу King Crossing, дом 6, район Крэмптонс. Удалите записи с камер. 5 мешков для трупов. Не забудьте про того мертвого придурка в подвале. Сделайте все красиво и чисто. Не облажайтесь. Помните, вы нам что-то должны. Всегда кому-то что-то, видимо, должен. Где моя собачка? Это кот. Погнали! Роман со смертью. Любимая работа. Long night. Long night. Хорошо. Да. Глава 5. Роман со смертью. Не знаю, в какой момент это стало неприятным, но я помню, что в то время думал только о том, что, по крайней мере, это был не я, кого убили. Как будто он это рассказывает ментам. Чтобы попасть под защиту свидетелей. Или еще что-то такое. Да, ну, наверное, здесь вход свободный, а выход крайне несвободный. Ну, инсценировать свою смерть. Заработать бабок, вылечить дочь, инсценировать свою смерть. Переехать. В другой штат. Так. Ну, пора искать тела. Я вот подсветку включил, как будто ничего ценного нет.
Черт возьми, кровавая баня. Да. Ну, поехали. Дядь, ты херово как-то собираешь, меня уже подвешивает. Так, а где тут вода? Угу, вот. Да ладно. Идеально просто. Так, где мое ведро? Разбил бутылку. Просто вот не могу. Чё за херня? Даже в жизни кидаю лучше. Так, ну здесь как будто ничего нет. 100 баксов. Очень даже неплохо. Так, ну я все отсканировал. Ага, тут стул. А где он? Уже новая, чистенькая. Ну что так неэкономно-то они стреляют? Патронов до хера прям тратят. Первый раз застрелили, а он так, не знаю, он как бы первый раз стрелял. Думали, не найду. Должно что-то стоить, ну понятно. Бумажки зеленые. Не двигается, похоже на какой-то электронный замок. Да я не помню. Как мы туда пробрались?
Так, найти путь Вилла, удалить запись, уберите тело, утилизируйте мешки, сбросить предохранитель. Не, ну где-то карточка лежит, я просто не могу заметить. А, вот здесь. Кстати, не так много тут убирать. Могло быть и страшнее. Уже? Не, ну все как чисто. Но никогда так чисто не было. Сейчас. Я следы еще оставлю? Да как, какого хера? Как работа идет прямо идеально. Не, мне казалось, я столько мудохался в прологе, но здесь он действительно стал убирать это прокачки. Пошел отсюда. Все идеально просто. Вы протерли всю кровь здесь. Один выстрел в спину, один в голову. Без шансов. Ну, после в голову-то и есть кто выживает. Так, ключ от мастерской. Да ладно. Утилизируйте мешки, соберите доказательства. Я доказательства не нашел. Бегать, конечно, с мешками херень. А бросать, ну, где-нибудь застрянет, придется переигрывать. Не доверяю я броскам.
Ну да, он говорит, доказательства здесь. Ну ладно, так, нам сюда. Так, основная дверь открыта. Ну что-то подрезать можно. Парень, так, могу поговорить с вами на секунду. О чем? О, а вас и Бьянке, что вы пытаетесь? Я видел вас вчера ночью, даже сделал несколько фотографий, но вашей жене их видеть не обязательно, просто... Замолчи, они здесь, пойдем внутрь. Один роман слишком много, Марк. Это все? Где мои бабки? Вообще нечего взять. Good old times. But now I have to deal with Jennifer's problem. Так, приступаем. Да, тут даже непонятно. Ну ладно, потом соберем. Мусор сейчас будем убирать, пока кровь. Подожди-ка. Поставили. Да. Плохо выводится. Моющее средство нужно. Да, здесь много. Мы справимся сейчас. Thank you.
Да ладно, вот. А где еще? С внутренней стороны. Да ставь ты нормально. Быстро. Надо было, чтобы полиция с тобой это приезжала. Хотя на время. Да, действительно, как-то будет азартно. А так можно просто не спеша убраться. Идеально. Всяких следов, черт возьми. Где еще гильзы есть? $100. Отлично. Как будто просто ведро вылили на картину. Все, надо менять воду. Так, подожди. А здесь он что? Без ключа сюда не пройдет. Не то нажал. Швабры действительно надо, картина. Ну, смотри, почти все уже. Не могу, а что же? А, вот здесь.
things first. Gotta scrub, scrub, scrub. I can't put it back like that. Ну что там мешает? Так, ну давайте поднимем. Телефон жены, но вы пытался позвонить, не успела. Надо увеличить вместимость мешка. Множественная огнестрельная. Нападавший явно вышел из себя. Он винил ее в поведении. Короче, муж ее изменял, потому что она плохая жена. Вот так вот. Ну вообще так можно задолбаться носить трупы по там сколько. По 100 метров. Так, еще 3 трупа. Надо ускоряться. Ну здесь, видишь, тут все чистенькое. Тут тоже очень даже неплохо. Вот так вот. Ну-ка пойдем к приятелю. Так, подожди, а где еще?
Один стульчик. Кулинарная книга. Ей там самое место, конечно. А, подвал. Так, ну это дрель, его пытали, понятно. Ну тут не так много. Надо писать только на потолке, нет ли? Ну, кстати, странно, что на потолке ничего нет. Не держал член в ножнах. Смотри, какой-то хороший инструмент. Наши, но это же издевательство. Но это же издевательство. Это $2, ну просто, суки, такая пачка пятитысячная. Да наши деревянные даже хотя бы деревом обеспечены. Оскорбительно, конечно. Дрели. Легко видишь, что это было глубоко лично. И еще два трупа. Дядь, ну серьезно. Пока, Марк. Чуть не могу понять, куда стул делся? Ну там, может быть, где-то. Так, значит, здесь подвал. Значит, смотрим сюда. Это вот этот как раз и есть. Где бабки? Ну хоть что-нибудь тут есть ценное? Комната наблюдения. Так, телефон Марка. Это сообщение не очень хорошо. Что-то... Он знает о нас. Будь осторожен, мой дорогой. Надеюсь, скоро мы будем вместе. Ну, я считаю, разработчик должен мне поменять по такому курсу. Я ему $2, а он мне пачку 5000. Ну, если это настоящий, конечно. Так, ну кассета какая-то. Так, еще. А что, это грамота какая-то? Что это такое?
0125. Я уже забыл, а что там? 0125 5 6 5 5 6 3 4. Да. Ну, пятерку уже не надо бежать. Ну видишь, тут по-другому не удаляется. Личные заметки. Что я буду делать, чтобы улучшить свою жизнь? Соблюдать здоровую диету. Мне нужно потерять хотя бы 7 килограмм, чтобы чувствовать себя хорошо. Заниматься спортом дома или в спортзале минимум 4 раза в неделю. Меньше 10 лет назад я был известным инструктором по фитнесу, черт возьми. А также был мистер тинейджер не так давно, правда? Так, ну понятно. Копеечное какое-то говно. Кому он это продает тогда? Так с таким дисконтом все берут. Водка. Так, ну вроде здесь все. Второй этаж тогда. Так, нам надо что-то тут? Нет. Украсть слона. Отлично. Сейчас быстренько попробуем. Да, ну тут много крови. Меньше всего 1%. Шатка. Чё там кто-то? Все берем. Какие-то журнальчики. Can't pick up anything with a full bag. Так, ну здесь вроде чистенькое. Там понятно, этот стримлер. Телефон дочери. Кара, ты тут? Что происходит? Мейбл, сейчас теряешь. Почему? Думаю, папа изменяет. Ну, отлично. Все знали. Надо сломать дверь. Да, здесь, конечно, работа до хера просто. Ну, при том, всего два трупа-то осталось. Это значит, вот эта комната и стримерская.
Ну, как-то странно пропадает. Какая у нас тут музыка есть? Классическая. Для психов. Здесь вот нигде не, только внизу. Ну что тебе мешает-то? Никто не заметит. Понятно, идеальная работа. Так, а это улика? Нет ключа, топор сгодится. Надо ускоряться также с музыкой. Да охренеть тут сколько еще. Так, куда я дел-то? Она уже, наверное, грязная. Надо было, наверное, помыть в обычной воде, а потом... Хотя тут непонятно, как это работает до конца. Thank you.
идеально. Надо было быть более осторожным. Ну что, там тоже уберем. Занимает мне 300 баксов. Не, ну как, работа уже близка к завершению. Опа. Вот как надо пятна выводить с кровати и дивана. Так, ну это мы все уберем, конечно. Ну вроде все собрали. Все осталось. Блин, оказывается, здесь есть. Вот и ключик. Что-то даже 100 баксов нет. Так, стримерская. Заядлый геймер. Вот это когда много играешь. Особенно во всякую херню. Рогалики там. Ну вот такой конец. Видно, за хромаком что-то. Уже 97%. Крови убрано. Чё-то он нажрал столько. Всё, 100%. Да ладно, ну...
играл в шутер от первого лица и получил выстрел в голову. Да давай, падай уже. Что ты думаешь, я тебя потащу по лестнице, что ли, мудила? А что тут надо протереть-то? Так, два трупа. Подожди, а там... Ну, вдруг там какой-то же... А чай какой он пьет? Отстой. Я такой не знаю. Молоко, чипсы. Так, а что еще тут есть? Ну, это, видимо, энергетики. И еще чипсы. Неплохо. Так, погоди-ка. Запутался. Ну, а, нет, да. Я подумал, что, во-первых, у меня эти все чистые. Ну, вот это почти чистые. Все, я... Тут уже вроде ничего не... Ну, моих вещей нет. Я могу уходить отсюда. Так, здесь дверь. Тяжело представить, что-то тяжело мне представить.
96, 97. А где еще 3%? Вот эти кровь. С них накапал, что ли? Говнюки какие. Еще капает. Достаточно того, что мне на мозги капают. Фотографируйте бассейн. Даже не помню, как фотографировать. Ну, разберемся, надо здесь это убирать. Сфотографировать еще подвал. Ну у этого Джима одни предатели, жена изменяет, при том такой убийца. Это нелогично, ну, все боялись бы. 100 раз бы подумали.
еще надо с ним. Все, покиньте место преступления. Неужели тут один из книжков? Кажется, что меньше. Идеальная работа. Какой, какой счет? 1:05. Кровь убрали, все, мусор. Весь, мебель. Идеальный счет. Секретов ни одного. Ты вот это, конечно, оскорбить. Еще, давай. Один секрет. Тут бывают такие секреты, что, ну, их хрен. Задания нет. Так, что мы можем тут улучшить? Что тут можем? Резонатор, удобный топор. Партнер по разрушению. Чоп-чоп. Надо вот это взять. Меньше следов. Не оставляйте следов. Ну вот это мне нравится. Так, а что такое? Складная лестница. Пятна ослабевают. А, ну это с озонатором, наверное. Так. Мусор. Мусорное ведро. Вместимость. Склеить ленты. Увеличивает максимальное количество объединенных мешков мусора. Так, вместимость. Диапазон обнаружения мусора на 20%. Давай вместимость. Еще вместимость. Еще 10 очков. Увеличивает максимальное количество объединенных мешков. Ну, это, мне кажется, фигня какая-то. Здесь сохранить, да.
А, все, 2 очка осталось. Так, ведро. Вместимость ведра. Тоже возьмем. Так, ну в чем тут следующая эта миссия? Идти спать. А мне подарок обещали какой-то. Где он? Где мой подарок? Пробовал выключить и включить, видимо, телевизор. Yes. Да, можешь попробовать сам. Oh, that's strange. Странно, обычно у меня работает. It works for me. God, just просто заткнись, я попробую. Try another. Видишь, оно работает. Почему хоть раз не может все пойти как надо? Заданий нет. Папа работает на мафиозного босса, но ты все равно хороший мальчик. Доброе утро, Ковальский. На этот раз у меня для тебя простое задание. Тебе нужно убраться после этого крысеныша Тайлера. Маленькая квартира, всего несколько тел. Сходи к нему, прибери там и все. Этот дурак и его девушка-кочевница устроили заговор против меня. Да, просто все заговоры против тебя устроили. Какие-нибудь еще... Теперь, по крайней мере, покончил с этим кочевым дерьмом. Черт возьми, Тайлер, из всех людей должен был знать, что этот парень не оставит это просто так. Принять миссию с компьютера. Ну же, давайте здесь прервемся, продолжим в следующей серии. Ну как-то все довольно-таки однотипно получается. Все заговор против Большого Джима замышляют. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну, до встречи в следующей серии. Пока.